Так как у нас достаточно интересная местность, у нас сочетание и лесного фонда, и степей, и переходные у нас части, лесостепь есть. Вот. То есть у нас достаточно богатый материал флористический. Ездить, там, чтобы посмотреть какой-то один вид, например, или одну категорию там, растений, это ну, может быть накладно быть, может быть неудобно там, из-за расстояний. Вот. А когда есть цифровой гербарий, то уже доступ есть к этим видам у многих специалистов, ботаников. Виртуальный гербарий представляет из себя онлайн-музей. Это система, в которой доступ к цифровым сведениям о растениях будет предоставлен широкому кругу пользователей, студентов, научных сотрудников, широкому кругу общественности людей. Для этого их сначала специальным сканером отсканируют, оцифруют, присвоят им соответствующие регистрационные знаки, укажут место, в которых они были собраны, кем, когда, в какое время. Наш гербарий уникален, во-первых, потому что он отражает определенную географическую область, нашу российскую. Во-вторых, наш гербарий, в отличие от достаточно многих вузовских гербариев, включен в международную сеть и получил международный акроним. Ну, то есть любой специалист отныне, получающий информацию, будет знать, что это сведения, которые ему предоставил гербарий Самарского университета. Мы вот этот образец помещаем в сканер. Так вот. Вот. Обязательно прилагаются две шкалы. Одна вот такая вот цветовая, 24-цветная шкала, чтобы показать, как данный сканер передает цвета на компьютер. Вот. И прилагается обязательно вот такая вот еще линейка, тоже шкала, вот, чтобы показать, какие реальные размеры этого растения. Вот. Все данные будут размещены в нашей базе данных. После этого организуем интерфейс доступа к этим данным из системы хранения данных, в котором будет реализовано сжатие информации, цифровой графической информации, до приемлемого объема для передачи данных по системе.